Как у вас настроение? Отлично. Ключи вручаются. Вы уже заехали? Нет, вот будем заезжать. Шикарно. Поздравляю. Уважаемые земляки, дорогие друзья, в этот замечательный день. День на самом деле замечательный. Дождь идет уже третий-четвертый день, который мы очень долго ждали. Вот были очень серьезные проблемы у нас с растениеводством. Но вот сегодня уже какой день идет. И вот Нуржау Димис. Сондықтан қала күні тағы да бір рет бәрімізге құтты болсын. Сегодня в преддверии этого замечательного праздника мы вручаем ключи в рамках программы «Нұрлы жер». 80 семей станут счастливыми новоселами. Ранее аналогичное мероприятие мы проводили массово, с участием всех членов семей, чтобы каждый мог поделиться этой большой радостью. Но, к сожалению, сегодня пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь, поэтому было принято решение провести мероприятие с соблюдением всех карантинных мер. Ярким примером является наш новый микрорайон Сарыарка, где за последние несколько лет мы построили 45 многоквартирных домов. Это порядка 3000 квартир. Начали строить еще 14. Вы все прекрасно помните, буквально 5-6 лет тому назад это был пустырь, у нас не было школы, у нас не было детского сада, у нас не было домов, у нас не было дорог на данном перекрестке. Вот сегодня мы все являемся свидетелями, сколько всего делается, только если говорить об этом микрорайоне. В этом году выделяются очень серьезные средства на инфраструктурный проект населенных пунктов области. Приводим в порядок, восстанавливаем около 200 социальных объектов, благоустраиваются дороги, реализуются инфраструктурные проекты. И, конечно, все это вы видите по нашему областному центру. Сегодня наш город Кокшетау, наш областной центр, как и вся наша Акмолинская область, является большой строительной площадкой. Новые очертания приобретает набережная нашего озера Попа. Обновляется дорожное полотно не только центральных, но и окраинных дорог. Ремонтируются дворы и многое другое. Понятно, что каждого, скажем так, жителя, горожанин волнует свой двор. Но поэтапно мы придем во все дворы, которые у нас есть. Порядка 65% дворов за эти 4 года мы уже отремонтировали. Поверьте, что к 2024 году мы все дворы приведем в порядок. У нас есть план мероприятия, по которому мы двигаемся. У меня 6 қызым бар. Солар не себесі деп ойлайым. Амин. Мемлекет тарапынан осындай көп балалы отбасылар әрдайым осындай қолдау ие болып келеді. Сіздерге алғысым шексіз, көп рахмет. Елбасымызға, президентке рахмет айтамын. Иә, елбасымызға. Ең бастысы рахмет. Сізге де рахмет. Жұмысың жемісті болсын әрқашан. Әрқашан осындай. Квартира номер 5.